Первый зампред Мособлдумы, член партии «Единая Россия» Лариса Лазутина проверила ход капитального ремонта детского сада номер 10 в Одинцово. Парламентария смотрела игровые комнаты, спортивные и музыкальные залы, пищеблок и санузлы. В настоящее время учреждения оснащают новой мебелью и необходимым инвентарем. Прилегающую территорию благоустроили, сделали спортплощадку, дорожки, 5 прогулочных веранд, установили опоры освещения, подключили видеонаблюдение по системе «Безопасный регион».